Удивительно, множество заявлений, множество видеокадров и именно людей, тех, которые встречают необъяснимое. Что на самом деле мы видим через телефон или через камеру? На самом деле камера видит больше, чем мы с вами видим, дорогие друзья. Потому что замедленная съемка определяет не только масштаб, но и самое главное – скрытность. Что на самом деле вы сейчас увидите? Вы увидите не только, дорогие друзья, о том, что я вам говорю, а о том, что скрывается в небе. Во-первых, посмотрите внимательно один сюжет, который был сделан в Венгрии одним очевидцем, который он, кстати, был шокирован, увидев то, что это необычное НЛО, как он заявил, появилось в небе. Яркий огонь, и после этого появился вот этот неопознанный летающий объект. Посмотрите внимательно, он как будто охвачен огнем, но на самом деле понять его очень трудно. Что это? НЛО? Может, какой-то открыватель порталов открылся? Никто не знает. И навряд ли мы с вами узнаем особенно вот про этот сюжет. Но мы идем дальше. Этот сюжет был сделан во Франции. Очевидцы были шокированы, увидев, как необычное НЛО просто-напросто передвигался и после этого начал отпускать на Землю каких-то существ. Да-да, вам не послышалось, а именно существ. После того, как этот НЛО скрылся, стали происходить разные звуки. Птицы, которые там находились, сперва чирикали, а потом напросто замолкли. Но что происходило дальше, вы увидите только на этом канале. Посмотрите, дорогие друзья, и оставьте комментарии. What?
начала ролика я и говорил про это, дорогие друзья, что мы видим только то, что мы не хотим видеть. На самом деле камера видит больше. Посмотрите внимательно. Вы видите гигантского монстра. Кто-то говорит, это древний монстр, который спал миллион, а может даже 10 миллионов лет, и он проснулся в горах. Эти горы шотландские, что там происходит, вы видите на своих экранах. Монстр, который поедал древности людей, и им приносили жертву именно молодых детей, да и девушек. Этот монстр проснулся. Фейка или нет, думайте сами. Ставьте лайк, подписывайтесь, дорогие друзья, и до новых встреч. We'll be right back.